Ненецкий округ удерживает лидерство по объему государственного долга субъекта. В этой графе стоит ноль. НАО является единственным субъектом России, у которого отсутствует внешняя задолженность. Этот показатель стал темой обсуждения в программе «Давыдов индекс» на телеканале РБК, в которой принял участие глава округа Игорь Кошин. Ведущий Леонид Давыдов назвал такую цифру одной из главных заслуг Ненецкого округа. Вынуждены были согласиться. Ненецкого автономного округа, задолженность в разрезе округа, там цифра ноль, наконец-то мы, да, видим. Наконец-то среди наших гостей нашелся вот чемпион. Разговор затронул такие темы, как перспективы Северного морского пути, инвестиционную политику Ненецкого округа, передачу полномочий из Архангельска в Наринмар и работу недропользователей в регионе. Игорь Кошин рассказал о Харягинском СРП, проектах «Башнефть» и «Лукойла». Ненецкий округ остается привлекательной площадкой для крупных инвесторов, которые готовы к работе в арктических условиях, уверен глава региона. Кроме того, в студии обсудили 7-летний договор о передаче полномочий из Архангельска в Наринмар. Правильно понимаю, что вот это соглашение, оно снижает уровень обид взаимных, да, и... Это соглашение не просто снижает, это соглашение снизило уровень обид, и, как ни парадоксально, подписав соглашение и вроде бы разделив бюджет и разделив полномочия, мы стали гораздо ближе друг к другу. Мы стали нормальными соседями, которые каждый отвечает за свою территорию.